Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Мы играем за Хищника. Давай, где я там? В каждой дичи нужен свой подход к людям, и андроидам можно подкрасться. Ты думаешь хоть о чем-то, кроме как о восстановлении своей чести? Ты полагаешь, все, что мы здесь сделали, это посягнули на святыни твоей культуры? Тогда делай, что должен, не уходи. Ты так ничего и не понял. На, сейчас я тебе дам. Поймешь, что у него. Я же здесь уже был, нет? Там поверху прыгать. Давай-ка посмотрим на что. На. Вот так. Какая награда мне тут обеспечена должна быть, я не знаю. Кто где? Так, человеком я здесь дрался с отродьем. Кстати, сейчас, наверное, тоже будет отродье. Копье. Ну давай. Пока не вижу ничего такого. Не дошел. Вот человеком тоже здесь был. Надо было, блин, посмотреть. Вообще черепа вот эти валялись, нет? Нех. Да. Тихо. Опа. Твою-то мать.
Повернул. Кто у меня там? На. Получи. Попал. Так. Нус. Ой. Ну давай уничтожаем пирамиду. Господи, это хищник разделан, и что это такое? Это гроб? Это провода в гроб? Давай. Что, все что ли? Вот такая концовочка у нас. Это показаны, кстати, где эти чужие находятся. У людей другие по-другому координаты были. Вот там, смотрите, кто-то, наверное, сзади сейчас будет. Битва же должна быть с боссом. Или это только у людей? А, нет, вот. Отродье. Получужой, полухищник. Давай, раз он чужой. Ой-ой.
Он мне, да, башку посодрал, получается, так? Ага, ага. Вот тебе и раз. Опа. Не надо бежать. Надо прыгать, надо прыжками тут, вот как надо. Нет. Да, беги, беги, беги. Тихо. Вот так. Что ты делаешь? Это бешеная сварка какая-то бешеная. Да. Да. На. Где ты? Вот так. Где ты? Да твою мать! Сложность за то, что здесь бегаешь среди этой лавы. Как ты меня так? Тихо. Тихо. Давай, побеснуйся пока. Да твою мать!
Осторожнее надо сейчас бегом по нахрен, когда там уже все. Как он меня подбил, что ли? Сзади мне пинка дал. Ну-ка. Где ты, падла? Покажи, скотина. Угу. Вот так. Бежим, бежим. Да тихо вы. Давай. Тяжко мне с тобой будет чувствовать. Ой, тяжко. Тихо, 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 тихо. Так. Где ты? Что еще обвалишь? А как ты так, блин, там топки все обвалишься? Здание такое нахрен, там бомбы рушатся. Взрываются, то есть. Так. Где ты? Еще давай. Thank you.
Есть, я тебя подбил, тварь такую. Ага. Получи, вражина. Кстати, что человеком за 4 этих прошел видео, что за хищника 4, еще за чужого, посмотрим за сколько видео я пройду. Ну. Скину отродье это. Теперь я мегавоин. Итак, получается, люди узнали, где чужие живут. Мы узнали, где чужие живут. Единственное, что, как чужие эти твари, которые, как сказать, паразитируют, как животные ведут, они же не это, среди космоса-то обитают. Металл они доставать не могут, звездолеты строить не умеют. Как они переходят из планеты на планету? Вон, даже сейчас все взрывается, никакого инстинкта самосохранения нету. Ползают рядышком. Думают, что авось обойдется. Все. Пирамидку подорвали. Ну там еще и территорию, конечно, охренеть как зацепили. Вот чужие. Люди тоже достали эту информацию. Все-таки звездолет-то классный. Может делаться невидимым. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. Увидимся уже на эпизоде чужом. Пока!